нет. Вы, наверное, хотите знать, что я делаю? Я вышиваю интереснейшую историю. Эта история... Вот рассказать о моей блестящей биографии некому. Приходится заботиться самой. Пылку. Так появилась на свет иголка. Вот и... Делали меня из бронзы, и я блестела, как золотая. А когда научились добывать железо, я стала железной. Бронза, конечно, красивей, но зато железо крепче. С тех пор я тружусь, не покладая рук. Ах, сколько людей я одела на своем веку. Я шила сарафаны из холста и нарядные камзолы из парчи и бархата. Я одевала всех генералов и всех солдат, всех простых людей и всех модниц. Какие были фасоны! Эти платья приходилось шить много дней. Стежок за стежком, стежок за стежком. Я старалась из всех сил, но люди, которые трудились вместе со мной, сами никогда не одевали эти дорогие наряды. А те, кто щеголяли в наших костюмах, не задумывались, как нам помочь. Люди придумывали самые разные машины. Пар крутил колеса у парохода. По рельсам побежали паровозы. И только я работала по старинке. Ну вот, наконец, дошла очередь и до меня. Появилась швейная машина. Смотрите, какая смешная, горбатая. Стали меня прилаживать к ней. Ничего не получается. Пропало ушко. Куда девать теперь нитку? Повернули меня ушком вниз. Интересно, как-то я проколю тупым концом материал. Наконец догадались, заострили конец. А когда машина заработала, я уж показала, на что способна. Какие только машины не придумывали. И все для того, чтобы мне было удобно работать. Сейчас мою машину крутит электричество. И вообще вошли чудеса. То работают две иголки сразу. А то целых 10. А кривую иглу вы видели когда-нибудь? У нее своя особая работа. А с машиной топ-топ знакомы? Вот какие широкие шаги делает эта иголка. Она и называется топ-топ. Что за скучная была работа отметывать петли. Теперь красота. А вот это строчит как пулемет. 100 пуговиц в минуту. Все делают теперь машины. И шьют, и даже вышивают. И
каждый трудится игла. Вот какая богатая событиями была у меня жизнь. А некоторые сидят в своей книге и ничего не знают. Где у нее иголка? Нету. Где нитка? Тоже нету. Есть клейкая лента и маленький ролик, который ее прижимает. Теперь смотри. Раз. Кладем материал. Два. Опускаем горячую, как утюг, доску. И три. Рукав склеен. И вот уже все пальто готово. Вот. Как-нибудь.